этого здания удивительнейшая история. Мастерская Великого Желтовского в конце 60-х годов начали исследовать музеи мира. И в 1974 году это здание было построено. Директором тогда был Королев Юрий Константинович, народный художник Советского Союза, замечательный человек. Прошли 40 с лишним лет. И сегодняшний директор, удивительный человек Зельфира Исмаиловна Трегулова, поддержал, это ее идея министра Мединского, что музей должен выйти за стены свои. Тут существует идеология, весь мир открывается друг другу. И музей должен выйти во двор. И мы реализовали вместе с ней, я как меценат, как член попечительского совета, идею Зельфиры Исмаиловны, чтобы в этом дворе, он будет, стройка еще продолжаться, здесь насыщаться материально-техническая база для проведения разных мероприятий, лекций, выставок. И Зельфира Исмаиловна хочет пойти еще дальше, она хочет выйти за периметр, она хочет выйти к воде музея. И на этом примере показать примеры для всех музеев России, маленьких краеведческих, маленьких городах, что везде должны появляться музейные дворики, открытые людям. И главное, конечно, это молодежи. В 2015 году замечательная, удивительная Трегулова Зельфира Исмаиловна решила превратить обычный хозяйственный двор, который сложился исторически как наследие Советского Союза, хоздвор, превратить в место музейное. И здесь мы сделали первую выставку кинематическую модель. После этого я, как член попечительского совета Третьяковской галереи, сказал, что я готов выступить финансированием, меценатом этого объекта, пригласили Сергея Чобана, гениального архитектора, и его команду. И вот за почти за год мы спроектировали и построили. И это пример, это удобство для москвичей, Третьяковской галереи. Искусство должно выходить из стен к людям. Ну, это пример для тысяч музеев нашей страны, громадной большой страны, краеведческие музеи. Во всех городах должны появляться дворики, должны, где будут происходить постоянно действующие выставки всевозможного искусства, современного, декоративно-прикладного, разного. И Третьяковская галерея как раз этот пример и сделала этим двором. Ребенка воспитывает семья, детский сад, школа и улица. К 7-12 годам влияние улицы возрастает. И если улица не очень хорошая, мы видим на Сирии, многие другие города, и в нашем 90-х годах в прошлом были скинхеды на улицах, и были преступления. И вот улица должна воспитывать таких детей, такое чувство, чтобы у них не поднималась рука баллончиком на стене написать. Культура должна прийти, вернуться в наши души. Спасибо нашему партнеру концерну «Круст», который сделал это пробоно и следует всем нашим настояниям, требованиям и ограничениям, которые ставили мы и архитектурное бюро «Спич», разрабатывавшее архитектурную концепцию реконструкции этого двора. Для строителей счастье, когда так существуют такие удивительные заказчики, всю душу отдающие. И тогда строители, мы выкладываемся максимально. И построить такой объект, и сделать подарок Третьяковской галерее и городу, в день города, это невероятное счастье для нас, для строителей компании «Крост».